Борьба со смертью, наша личная борьба, она все-таки борьба и за то, что мы не расстаемся навсегда, что мы все равно встречаемся. Встречаемся уже в Боге, потому что встреча может быть только в Боге. Если мы к Богу не попадем, встречи не будет. И поэтому как вот эта любовь, которая живет внутри человека, в сердце, это есть та связь с нашими близкими, которые, может быть, жили уже давно. Уже много лет, может быть, они уже не ходят по этой земле, но они живут в наших сердцах. И мы верим, что эта связь взаимная, и что они молятся и за нас, особенно если наши близкие были близки к Богу. Но если они были далеки от Бога, то, конечно, у них надежда только на наши с вами молитвы. Вот это и есть действительно жизнь, где человек не ограничивает себя какими-то несколькими десятилетиями земной жизни, а все-таки дерзает говорить о вечности, о том, что смерть уже не имеет власти над человеком свободным, который идет в своей жизни за Христом.